мы все-таки их победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Мусору попадут, если в деле водос. Будет замес, не закос. Эй, мусор, лови разнос. У мусору попадут, если в деле водос. Будет замес, не закос. Эй, мусор, лови разнос. Мусоры, готовьте ксивы. Сейчас вас будут здесь учить красиво. Эй, чё ты встал сюда, смотри, водос начинает. Раз, два, три, это тебе не шутки. Смотри, здесь стая, будут копы нагнуты, как проститутки. Арифметика простая. Эй, копчик, береги свой копчик. Чё по ним спустим? Добрый день. Блин, я забыл вас признать, я старший секундный. Вы знаете, что вы без номера едете? Что, серьезно? Да. Не могу знать, потому что я ж в машине. Ну, выйдите, посмотрите. У меня нога болит. А? Нога болит. Нога болит? А как вы видите машину? Я спортсмен. Да? Документы можно ваши посмотреть? Просто вот так вот взять документы посмотреть? Да, посмотрите документы. Вы смеетесь? Нет. Я думаю, это будет трудно. Почему? Ну, вот такой я человек. Трудный, да? Номера нету, выйти не хочет посмотреть. Человек? Да. А что вы не хотите давать документы на привязку? Ну вот такое принципиально. Будете нас стоять ждать, пока не догадываю. Уверен? Ты уверен, что я буду стоять ждать? Ну сейчас останьте девушку. Алло. Нас тормознули. А что вас остановили? Да, едь сюда. А что? Да. Документы ваши. Службово посвящено. Я говорю, службовое посвящено. А не надо кричать на меня. Мое службовое посвящение нельзя снимать. Кто тебе такое сказал? Давай ты не будешь тут бычку включать. А что я бычку включаю? Я говорю, покажи. Кто-то другой бычку включает. У меня жетон, пожалуйста, снимайте. Я говорю, выполни закон о полиции, 18-ю статью. Кого? Да мне не показывает ничего. Я веду видеозъемку, чтобы вы знали, разумели. Службовое посвящение. Я вам показал службовое посвящение. Я говорю, службовое посвящение. Вы будете, знаете, на колхозе. Не, на камеру нельзя. Слышь, что ты дергаешь? На камеру нельзя. Кто тебе такое сказал? Почитай. Кто тебе такое сказал? Чтобы он сказал, что можно снимать. Да, вы можете ознакомиться. Я говорю, дай службовое посвящение. Съемку службового посвящения нельзя. Нельзя, жетон, кто нельзя. Тебе такое сказал? Жетон, да, пожалуйста. Кто нельзя, тебе жетон, такое сказал? Пожалуйста. 34-ю статью Конституции, да, ты знаешь? Давайте, если побеседуете, он уже нарушает. Службовое посвящение, говорю. Я говорю, взял, показал. Я тебе буду в такой... Убираешь камеру, я тебе покажу. Слышишь, убираешь. 1.79 не нарушай. Ты хочешь по законам потягаться, а сейчас потягаемся. Что ты мне давайкаешь? Так как вы начали базарить, так и я буду разговаривать. Службовое посвящение сказал. Я на камере службовое посвящение на пуду показываю. А то понадевали формы, стоят они здесь, разводят людей. Ну да, я выйду. Мы просто так остановили. Мы остановили вас, потому что вы следили. Когда будет у меня нарушение, тогда ты будешь что-то предъявлять. Службовое посвящение. Ну, я на телефон, ну, на съемку не дам. Я говорю, службовое посвящение. Я прошу прощения. Я говорю, службовое посвящение. Ты что, невменяемый или что, говорю? Невменяемый здесь вы, походу. Я говорю, службовое посвящение. Для съемки его не даю. Кто тебе такое сказал? Это тебе генерал такое сказал? Слушай, а Геращенко что-то говорит? Нет. Нет? Ты Геращенко? За министра Авакова не знает? Ты что, не меняем? Ты это на камеру говоришь? Авакова что-нибудь говорит? Авакова говорит. А Геращенко нет? Чув, да, Геращенко. Показать видео одно. Мы же договорились, что у нас не идеальная полиция. А вы можете сказать, что снимать можно это удостоверение? Вот вы безусловно, скажите, можно. Можно. Безусловно, можно. Это требование все. Закона о полиции, что хорошо. Если полицейский, вы спрашиваете, кто он обязан вам представить. Но мы на камеру можем зафиксировать на камеру удостоверение. Показать?
показать? Службово посвящу. Я вам на камеру ничего показывать не буду. Я говорю, Геращенко, ты знаешь такого? Знаю такого. Министра зам МВД. Да. Видели, он видео... сказал, что ваше службовое посвящение, оно у вас не службовое. Оно не ваше даже, оно государство. Предъявляем. Ну, я на камеру не буду ничего. Я говорю, будешь. Нет, не буду. Я говорю, будешь. А я говорю, будешь. Я говорю, будешь. Тогда вы с него требуете, если вы не показываете. Ты что, хочешь документы увидеть? Я показал документы. А писюн тебе не показать? Не на камеру. А что вы грубите? Да потому что ты так начал разговаривать. Ты на кого начинаешь рыпаться? Дядя, на кого ты рыпаешься? Я не надо на меня, дядя, не рыпай. Ты по закону что-нибудь можешь сделать, а то можешь только бычку включить. Я показываю свою службовую посвящение. Снимайте. Я вас прошу, можно успокойтесь. Можно еще? Так, звичайно. 20-го года вообще, выдано. Вы красавчик, ви просто красавчик. Так, звичайно, дивіться. Красавчик. Ми вас зупинили по причині, смотрите, тому що у вас немає переднього номеру. Еще раз, я не вмію, как вас зовут. Так. Скажите, давайте отойдем сразу. Скажите, подивіться, будь ласочка. Я просто не запомнил, как вас зовут. Арнольд. Арнольд. То я на питання. Арнольд. Смотрите, Арнольд. Дело в том, Арнольд, что ну, у вас... а то я ж... Так, звичайно, по повару вас, у вас там не совсем вообще правильное удостоверение. Я знаю. Це не було бланків і поки що я не зміг. Нет, 1137 гласит о том... А вы тоже видели, как меня остановили? Да, да, 1137 да, гласит вот о том, там прямо нарисовано, как оно должно выглядеть. Там прямо службовое написано, там ну вот прямо вот разрисовано в постанове. И с 18 года, с 29-го... Идентификация службового посвящения. Да. А есть ты вас... видел, не, как вот худой дергается? Службовый должно написано быть. Там нет, у вас ничего не написано, ребят. Полиция, министерство. Не-не, службовый. А то полсу-су-су-это, какого вы призначения? Особливого. Что ты тут призначаешь? Что ты тут призначаешь? Я полиция особливого призначения. Кто сказал, что ты полиция? Скажи. Я вижу мусора, который одел какую-то форму. И пытался тут что-то быковать на водителя. Слышишь, у меня пишет раз камера, и пишет еще две в салоне. Вот третья еще в кармане в четвертой. Попробуй одеть. Попробуй одеть кайданки на меня. Сделай контент мне очередной, блядь. Причина сделай. Давайте успокоимся. Арнольд, вы слышали? Я с вами корректно общаюсь? Вы слышали, как вот этот бык на меня быковал? А я вам говорю, вот это бык, бычье, начало быковать. Полиция не ловит. Слышь, я говорю, покажи службовое посвящение. Значит, пошел нахер в будку, ты понял? Я говорю, пошел. А то ты будешь меня блокировать. Правильно собакам говорить место. Место тебе сказали. Ты кого будешь блокировать, Вась? Кого ты будешь блокировать? У тебя еще, блядь, кишка тонка, чтобы блокировать, блядь, понимаешь? Ты, сука, конфликт хочешь или что? Не оскорбляйте, пожалуйста. Международный. Парень. Вы знаете, что такое оскорбление? Вы знаете, что это дипломат? Я понимаю, но сейчас его адрес был не очень корректно. Чем его не оскорбил? У нас, у нас есть за это какая-то админвідповідальність, чи кримінальна, чи админ... Да, це приниження гідності поліцейського. Шепраши, пана. Первая 345. Да. Действуйте. Извините, мы не хотим против вас, потому что, понимаете, сейчас мы вызовем против вас агрессию. Вызывайте. Зачем? Нет, агрессию против... Нет, вы я, ни в коем... К вам... Зачем идти конфликтом на конфликт? Зачем? В смысле? У нас как учили вот в академии? Если там идет человек на конфликт, надо его агрессию усмирить, успокоить. А можете это... А теперь помогаю. Можете повернуться вот сюда и объяснить вот это вот этому чепушили, который стоит в форме? Или кайдан. Можете так сделать. Мне интересно, а то для бычков вы для раков? Нет, это специально для планшета, чтобы удобно было носить. А что он такой? Да ему планшет не нужен, он же даже законодатель. Знаешь, хотя бы 1.79, 718 приказ, 20 статью закона о полиции. Ты знаешь это? Знаешь? А как, по какому пункту? А ну подожди, по какому пункту ты меня остановил? 35 пункт 7. Що, якщо державний орган влади обмежив або заборонив... Пункт 6? 7? 7? Пункт 7. 7? 35 статті. Так, якраз КПП у нас стоїть. А ну, відкрой 7 пункт 35 статті. А ну, давай. Там вже определені должны бути... У нас є розрішення, тобто на весь контрольно-пропускний пункт. Якщо ви хочете, можете переслідувати... І ви всіх машин, а чого в мене не останавливаєте? Смотрите, у нас зараз був указ зняти знак стоп по той причині... Я його можу викинути, розумієте? Объясняю почему. Во-первых, по ГОСТу он не установлен. Я не буду выполнять тот знак, который установлен на чем? На какой-то херне. Он вообще не... Вам ГОСТы открыть? Вообще, у меня да, целый, у меня целый чемодан. Можете открыть ГОСТ, там есть, там прописано. Он временный или? Временный. Временный. Как временные знаки? Этого так и установлен. А желтый? А где желтый? Уже как раз... А теперь вопрос, подожди. Да, мы уже сегодня открыли этот вопрос. Стойте, пожалуйста.
Да, уже написано. А кто, может закрывать и открывать знаки? Дорожная служба. Ну вот, он сейчас пакетом накинул. Это дорожная служба закрыла. По вашему требованию? Да. То бишь вы позвонили, они это сделали. А это делается просто по телефонному звонку или по рапорту? Вот это мы не решаем, по той причине мы уже утром заступили, он уже был закрытый. Mm. Давайте проследуем, я покажу все знаки, которые они расположены на этой местности. Братан, я сам могу показать тебе очень много чего, понимаешь? Очень много. Да не переживай, ничего страшного. А, скорую надо пропустить, скорую надо. Ой, утихни. Все. Будешь показывать? На камеру нет. Сейчас будем на 120. Все, Авака, выходишь. Жалоба прямо. А то посмотри, слышишь, вы когда в Беркуте были, вам было прав больше, да? Да. А теперь вы можете только лысого погонять. Только знаешь, в чем минус между тобой и мной? Я знаю законодательство, а ты нет. Пойдите, смотрите, у вас есть просто нарушение. Давайте мы проверим ваши документы. Если у вас с документами все в порядке. Подожди. Давайте так, кто меня останавливал? Я остановил. Я попросил моего коллегу, чтобы он прошел, проверил. Но он не, явно не ваш коллега. А он вообще не компендентен. Он подчиненный мне. По той причине на данном пропускном пункте главный вы я. Вы увидели же. Главный вы. Вы увидели, так. Как он предъявлял удостоверение. Да. Вот вы нормально. Он не как нормально. Вы думаете, я теперь покажу вот он, хоть что-нибудь. Он сам я могу сказать, пацаны, тачка левая, он лежат стволы, ножи, наркотики, все что угодно. Сможешь сделать? Говорил, кайданки, вы меня не слышите. Сможешь сделать? Ребят, давайте вы проследуйте в этот, я поговорю, побеседую с человеком. Да не, мы их не отпустим. Я их просто. Вот сегодня я их просто будет служба мед. Я тебе отвечаю, я не буду отдыхать, я просто буду вас задрачивать. Отвечаю, вы хер кого остановите, хер кому постановление выпишете, если вы умеете их еще выписывать. Я людям буду помогать бесплатно. Они не выписывают это постановление. Послушай, главное, чтобы бабки они не брали. Никто не берет, под моим контролем никто не берет. Поймите, не пойман, не вор. Смотри, она может плюнуть. Отойди немножко в сторону. Подойди. Она плюнет, говорю, будет шморчок вот такой на твоем черевике. Так что ты меня по какому пункту остановил, друг мой? 35.7. Какой ПДД я нарушил? ПДД, отсутствие номерного знака. Я говорю, ПДД, какое нарушение? Ты говоришь, я нарушил. 3 мы бы еще поняли. А 35.7 это вообще не впустит. Ну, 35.7 и про знак госномер спрашивать. Ну, ни о чем. Ладно, еще 35.3. Если вы не знаете, 29В пункт. Да, вы правильно говорите. Ну, правильно я говорю. Ты со мной хочешь по закону потягаться или что? Что вы со своими законами? Ну не, ну ты же, вот этот борза подошел, говорит, ваши документы. С какого хера я тебе должен... По понятиям, зачем ты? По понятиям. С какого хера я тебе должен документы показывать? Вы же Кирилловку все задрочили, блядь. Мы сюда специально приехали посмотреть на вас, демонов. Респект вот этому уважение инспектору. Чтобы быть точнее, чтобы я не ошибался, в нарушение пункт правил ПДД 29В В, правильно. И 30.2. А что в второй статье, 35 статье ну, закона это, о полиции? Это уже идет отдельный пункт, то что если это уже идет, они закреплены не в положенном месте. У вас они просто отсутствуют. Там написано такое? Да, вот, 2.9, номер знак еще не наложится. Вы читаете что? Это статью 21, часть 6. Это уже КУПАП идет. Я вам объясняю. Что вы скажете? Вы скажите, вы меня по КУПАПу остановили. Нет, я вам говорю, закон о полиции. Здесь ниже, смотрите. Остановил я вас по правилу ПДД 2.9В. Смотрите еще раз. Вы, как полицейский, да. Пользуетесь законом о полиции. Да. А также по законными актам. Вы согласно 35 статьи остановили меня по какому? По третьему пункту, по пятому, по может... Третьему пункту. По седьмому вы же сказали. Ты сказал по седьмому? По седьму. А ну зачитай теперь 35-ю и 7-ю. Ну обязан зачитать, правда. Познайомитесь. Я просто не объяснил своему коллеге, почему причина смоки. Я сейчас бесплатно... Наважено органи влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Ага, і що? Ну. И вы останавливаете. Ты вообще услышал эту дичь? Я проезжаю, он останавливается. А уполномоченный орган, что это? Ты принял решение на основании чего?
А теперь закон о полиции, 31 статья, часть 2. Ознакомь меня со всеми НПА не в электронном виде, а в письменном с мокрыми печатями. От какого по какое число? Проводятся, да, какие мероприятия? Проводятся у тебя мероприятия. Плюс 54 статья Конституции. Знаешь такую? Будем дальше по цифрам тягаться с тобой, дружище. Кто у вас старше сегодня? На сегодняшний день я на посту. Как мне увидеть вот этого гуся и вот этого гуся ID-карты? Я буду до тех пор разговаривать так и буду тебя так унижать. До тех пор, пока ты мне не покажешь, кто ты. Я не могу знать. Может, ты здесь одел, не дай бог, на полицейских напал, я одел форму, и вы тут занимаетесь вы бандитизмом. Проверить. Ну да. Поэтому вы как старше, вы обязаны отреагировать, потому что конфликт. Я не видел. Может вы повар. Вот так берет и убирает. А как ты хочешь, чтобы тебе водитель показывал документ? Вот так. Я же их на камеру не снимаю. В смысле? Да ты их снимаешь. Кого ты не снимаешь? Вот это что за говно висит? Вот это говнецо, что это такое? Бодикамера. Бодикамера? А это лично, да? Босс номер этого нет. А где номер? Инвентарный. Инвентарный номер где? Что-то нет. А он там вообще нарисован. Все увидели. Ну, кто первый?